Всем привет, с вами Apple Team. Я стою в Apple Store на 5-й Avenue. И сейчас вам покажу кое-что интересное. Поехали. Так, собственно, я подтверждаю тот слух, который недавно распространился в интернете, что начали появляться баннеры, пусть Apple Watch, но MacBook в разных Apple Store. И это действительно так. Развешиваю сейчас баннеры к, собственно, вот MacBook новому, прекрасному, в трех цветах и так далее. И совершенно новый продукт от Apple, конечно же, Apple Watch. Это очень интересная вещь, я на эти все вещи, как это звучит, сделаю обзор. Собственно, подписываюсь на мой канал, чтобы не пропустить самое интересное. И на этом все. Вот баннер, посвященный Apple Watch. Еще раз. И вот баннер, посвященный новому MacBook. Все. Подписывайтесь на мой канал, как я сказал, чтобы не пропустить самое интересное. Ставьте лайки, ждите новых видео. Пока.